Гобелены, кветки и освежальник поветра – все это на молочной ферме. У дальнем блоку комплекса Сенькова городского района для працовников постараются створить хатнюю утульность. Оформляли помешкание тематично, коли уважливо приглядеться, можно просочить вязковый колорит. Утульного покоя для живеловодов тут можно и отпочить, и питание рабочее обмерковать. Есть все необходимое для совместного чаевания. И телевизор, как ведать, усе новины. А еще поставили автоматичный освежальник поветра. Теперь удалительным блоку завсёды пахнет кветками. Иногда бывает, приходится, что мы совсем дома не бываем. Мы придем, у нас тут микроволновка, погреем, и кофе или чай, что-нибудь это самое с собой берем. Гордимся тем, что здесь, хотя работать очень тяжело, но мы все равно рады, что мы тут работаем. Около 10 миллионов. Мы потратили полностью на оборудование всего этого комплекса. Чувствуется культура, уже не смотришь, что нигде не бросают ни окурку, ни спичек, ни бумажек конфетных, сразу еще мусорку. То есть уже сами работники приучены к культуре, как и дома.